Онлайн-обучение до сих пор остается одной из самых обсуждаемых, самых актуальных тем. Мы решили выйти сегодня на улицы города Кишинева, чтобы спросить у наших сограждан, как они считают, должны ли учащиеся вернуться в школы для того, чтобы продолжить обучение, и нужно ли нам полностью отказаться от практики проводить уроки в режиме онлайн. Да, я уж видел курс интуарка в школе, в школе с фаши диферит карта, с фаши мульт май бини, и мульт май онлайн. Онлайн, кари интры онлайн, кари ну интры, кари стау в пат, кари ну скрию, кари шкум, ну се, ну се верифика, шеку не верифика в школе. Când mergi la școală e mult mai diferit. Chiar acolo vrei, nu vrei, să înveți, acolo ți-ntr ceva în cap, dar dacă o stai online, apoi nu și ea și să facem la colegiu sau la școală, depinde unde învățăm. Online обучение. Это, вы знаете, это такая вот форма обучения, которая вводит детей в полнейшее заблуждение. Дети, как они могут по онлайн обучению усвоить что-то, какой-то программный материал? Ну вот как? Это же не то, что вот раньше, вот в мою бытность нас учила, нас учили в школе. Учитель должен подойти, разъяснить, объяснить, как-то на примере показать. Ну, а онлайн, вот она автоматически сидит, там она диктует, это все пишет, пишет. Вообще пагубная форма обучения для детей. Конечно, это я, например, за то, чтобы вернули старую форму обучения. Вот, никакая нам вот эта вот реформа, которую взяли с Запада, она абсолютно неприемлема нашим детям. Мы привыкли обучать детей, вот я сама учитель в прошлом, мы привыкли обучать детей по нашей советской школьной, дошкольной программе. Все доступно, все понятно, дети были грамотные. Но сейчас что? Я считаю, что это очень плохо оказывает на умственное развитие, вообще на усвоение программного материала школьного. Я считаю, что это очень плохо. Да ты-то... Ну что? А есть-то митите, нунцалек, пино онлайн, уна, адуэля. Таримут студент с коренау калкулаторе, нау телефоне, где есть, где опись произошли, где дзечами, шинупает лукра. Да, vreau să vă spun și totuși e mai bine când învățătorul îți pridă. Dar trebuie de păzit copilașii. Uitați-vă, acum un pic s-a dat în jos COVID-ul. Dar totuși, nu se știe ce a să fie mâine. Думаю, что образование очень страдает. Вот это, что онлайн. Это не тот вариант. Должны возвратиться. Вы знаете, чтобы не подвергать риска наше население, да, так как у нас пандемия сейчас, конечно, дети должны получать образование уже с преподавателями Пилайв, да, как говорится. Но у нас сейчас эта проблема еще, понимаете, на таком уровне. У нас ни вакцинации, ничего нету для того, чтобы люди могли как-то быть... как бы это сказать, лучше застрахованы, да, чтобы не заразиться. Но я за обучение в школах, как обычно, чем за онлайн. Потому что онлайн обучение не дает должного образования детям. Они ленятся, они не хотят. Это факт.